Якщо єврей не йде до синагоги, то синагога йде до єврея. 7 серпня у вівторок до Балти приїхала синагога на колесах. В спеціально облаштованому автомобілі є багато літератури та священне писання для всіх юдеїв Тора та багато іншої релігійної атрибутики. На початку серпня два екіпажі релігійної експедиції вирушили в далеку дорогу на своїх міцвомобілях. Станом на зараз експедиція, що проходить по містам і містечкам Південного регіону, вже встигла побувати в Миколаєві, Одесі, Затоці, Білгород-Дністровському, Кілії, Ізмаїлі і нині прибула до Балти. Наша задача – це приїжджати по маленьким городкам югу України, і маленькі, і великі міста теж, міста, там, де, може бути, немає активної синагоги, або немає активного равіна, і людей, у них немає зовсім багато можливості прийти в синагогу, так ми зараз приїжджаємо к ним, з нашої синагоги, щоб у всіх була можливість прийти, ознайомитися і подивитися нашу синагогу на колесах. Самая важная атрибутика, которая есть в синагоге, это книга Торы, конечно же. Это Тора, которую мы получили книгу законов от Всевышнего на горе Синай 3300 лет назад. Она переходит от отца к сыну. И вот она в точности находится у нас. Она в маленьком экземпляре, но это настоящий свиток Торы, написано на специальных свитках. Вот можно посмотреть, это специальный свиток, ее просто так не открывают. Поэтому только немножко приоткрою. Вот. Это самая святая атрибутика. Дальше у нас есть тфилин. Это коробочки, которые сделаны из кожи. Вот так я его одевают на голову. Здесь внутри есть 4 пергамента, в которых написано свитки Торы, о том, как Всевышний вывел еврейский народ из Египта. Также есть тфилин. Тоже такая коробочка, которую одевают на руку. Здесь внутри тоже. Оно открывается здесь внутри. И внутри есть тоже свитки. Один из свитков, в котором написано 4 главы, тоже о том, как Всевышний вывел еврейский народ из Египта. Это должно напоминать нам и напротив сердца, и напротив головы, что всегда все, что в этом мире происходит, это все Всевышний делает. Потому что даже как он нас тогда вывел из Египта с большими чудесами, это значит, что он управляет этим миром. И поэтому это ставим на руку, напротив сердца, на голову, напротив разума, чтобы мы это и помнили, и чувствовали всегда. Дальше у нас есть мезуза. Мезуза – это как еврейская сигнализация. Мы ее ставим на косяк двери. Вот. Вот закрученный свиток. Здесь снаружи написано имя Всевышнего. Шин Далет Юд, который еще имеет аббревиатуру слов Шомер Далтот Исраэль, охраняющий дом Израиля. Каждый еврей, который ставит это на косяк своей двери, у него Всевышний охраняет его дом. Каждая еврейская женщина зажигает свечи у себя дома перед субботой и праздниками. Это в пятницу вечером, перед началом субботы. Дальше у нас здесь есть эта копилка, называется Цдака. У нас есть очень сильное ударение на то, что если у тебя что-то есть, всегда надо с кем-то другим поделиться. Это фотография Любавичского Рэбе, который он автор этой экспедиции. Он сказал, что если есть евреи, которые недалекие от синагоги, и они не могут исполнить некоторые заповеди, значит, надо взять синагогу на колесах и принести это к ним. Он вышел с этой экспедиции, с этой акцией в 1974 году. И до сих пор она работает по всему миру. Она началась в Нью-Йорке, там, где он проживал. Дальше она прошла в Израиль. Сегодня тоже находится в Европе, в России, в Бразилии. И уже второй год в Украине тоже. Уже другий рік поспіль учасники експедиції приїздять до нашого міста. Аби поспілкуватися з членами Балтської іудейської громади, докладніше розповісти про основи єврейської релігії і традиції та разом виконати важливі заповіді Тори. Много містечок в Україні, Росії, Білорусі, которые когда-то были еврейскими, как Балта, где было 80% еврейского населения, где было 22 синагоги когда-то. Но так случилось, что евреев осталось мало, синагог практически нет, или только здания, или вообще нет. И вот, я вам уже говорил это в прошлом году, у студентов Ешив с различных городов появилась такая идея. Они взяли переносную синагогу со свитком Торы, с книгами и едет по этим местечкам, и не только по местечкам, по большим городам тоже, и рассказывает евреям о еврейской жизни. Кто забыл, что он еврей, напоминает им об этом. Накладывает, очень важно, твилин, как вы сейчас видели, и рассказывает о других вещах. Это Леви Вольф, сын одесского раввина. Поаплодируем. Шлома Готлиб из Николаева. Был твой брат, да, в прошлом году? Был его брат, в прошлом году был его брат, если вы помните. И это двоюродный брат Леви, Ариэль Вольф из Херсона. Здесь в Украине проживал 300 лет тому назад большой праведник. Вы, наверное, про него слышали, звали его Бааль Шем Тов. Похоронен он здесь, в Межибуже. Пару часов езды отсюда.
Он был праведник великих масштабов. Каждый человек, у которого были какие-то проблемы, человек, который болел, человек, у которого не было детей, приходили к нему, он молился, и человек выздоравливал. У людей рождались дети. Он был праведник великих масштабов. Как-то раз наступил Йом-Кипур. Йом-Кипур – это судный день, самый святой день у евреев. День, в который Всевышний решает приговор, как будет выглядеть следующий год, будет хороший год, нехороший год и так далее и тому подобное. Все собираются на молитву, Башем Тов заходит, все мужчины одеты в белые халаты, похожи на ангелов, очень святой день, в этот день постятся. Заходит Башем Тов в синагогу, и все видят, что у него на лице, он очень заботится о чем-то. У него плохое настроение. Все понимают, что если у него что-то плохое на лице, значит, он видит что-то, что что-то не так наверху. Наверное, будет сейчас какой-то плохой приговор, не понимает, о чем идет речь. Ну, видишь, он начинает молиться очень сильно, все вместе с ним начинают молиться, все его ученики, которые тоже были великими праведниками, начинают молиться вместе с ним. Оказывается, было одно местечко, в котором там жили евреи, которые вели себя недостаточно хорошо, и сверху хотели их наказать. И Башем Тов увидел это, и он хотел своими молитвами изменить этот приговор. Так он начал молиться. Первую молитву. У нас в Йом-Кипуре есть 5 молитв. Обычно у нас 3 молитвы в день. В Йом-Кипуре у нас есть 5 молитв. Он молится первую молитву. Все ученики молятся вместе с ним, чтобы изменить указ. Не получилось. Вторая молитва, третья молитва, четвертая молитва. Уже приходит к 5-й молитве Йом-Кипура. Башем Тов сидит, молится очень усердно. Все ученики молятся, плачут. Ну, не получается у них ничего изменить. Между этими великими праведниками в синагоге был еще один маленький юноша, которому было лет 15. Он не был праведником. Он не умел молиться. Он был сиротой с маленького возраста, не было у него никакого отца, который может его взять и послать его в школу. Он не умел читать на иврите, он видит, все плачут, все кричат, он не знает молиться, но у него бурлит внутри, он тоже хочет поговорить со Всевышним. У него внутри есть еврейская душа, он хочет тоже обратиться к своему папе, ко Всевышнему, но он не умеет как. И у него это внутри все бурлит, он хочет поговорить, но у него из рта ничего не выходит, он не знает, как молиться. И вдруг посередине молитвы у него выскакивает изо рта то, что он умеет говорить. Закукарекал он на всю синагогу, потому что то, что он умел делать, он умел пародировать животных. Сказал, закукарекал, сказал, Всевышний, пожалуйста, смейся над нами. Это то, что он сказал, но это сказал из своего сердца. Он обратился ко Всевышнему, со своего сердца ко Всевышнему. И это то, что изменил указ наверху. Еврейская душа – это частичка от Всевышнего, которая находится у нас. У каждого из нас по своей природе есть связь со Всевышним. Все, что Всевышний ждет, это чтобы мы с ним поговорили. И каждый из нас должен знать, что Всевышнему важно, что мы делаем. И каждый наш маленький поступок может быть очень влиятельный. И с Божьей помощью, чтобы каждое наше маленькое дело, которое мы сделаем, это будет последний шаг для привода Машеха и полного избавления скоро в наши дни. Несколько сотен лет тому назад жил-был великий мудрец, его звали Раби Юда Анаси. Он очень дружил тогда с министром, который был в то время. И однажды этот министр ему послал подарок. Что был за подарок? Большой ящик с много золота, серебро, драгоценные камни. Он послал это этому мудрецу. Когда тот мудрец получил этот подарок, он открыл ящик, он увидел это. Ему очень понравилось. Он сказал, о, какой большой подарок этот министр дал мне. Я сейчас ему хочу отблагодарить обратно. Он думал, что я ему могу дать обратно. У меня золото, серебро у него есть, да, он сам мне послал. Что я ему могу дать обратно? Он думал, в конце он решил, я ему пошлю мезузу. Что это мезуза? Это кусочек пергамента, который там есть, написано там слова от Торы. И он это послал этому министру. Когда министр получил этот подарок, он не понимает, что тут происходит. В те времена пергамент это было что-то дорогое, все писали на пергаменте. Он смотрит, я ему послал такой большой ящик с драгоценными камнями, золото, серебро, а у меня какой-то кусочек пергамента, что он смеется надо мной? Он не понял, что тут происходит. Он сказал, вызвайте этого мудреца. Что это за дело? Когда тот мудрец к нему пришел, так он ему объяснил, он сказал ему, я тебе все объясню. Дорогой министр, я ваш подарок, я очень благодарен вам. Это такой драгоценный подарок, целый ящик, золото, серебро. Но после того, как вы мне подарили этот подарок, мне сейчас надо было купить хороший сейф,
щоб ніхто не украл, нянь охрану, викопать в землю, щоб там поставить. А я вам послал подарок, который охраняет вас. Мезуза охраняет наш дом. И кто охраняет? Сам Всевышний. На мезузе снаружи есть три буквы на иврите. Шин, далет, юд. Который, ирня расшифровка на иврите это шомер длатот Исраэль. Если перевести это на русский язык, это охраняет дверя Израиля. Все, наверное, слышали про Любавического Ребе, Менахем Мендел Шнерсон, это лидер нашего поколения. В чем суть лидера поколения? Идея лидера поколения очень такая оригинальная, простая. Она не новая. Лидер нашего поколения Менахем Мендел Шнерсон, это, в принципе, продолжение цепочки лидеров в еврейском народе, которая никогда не прекращалась. Первый лидер, мы знаем, это был Мойше Рабейну, который вывел нас из Египта, который сделал нам все эти чудеса, дал ман, раскрыл море. И в чем идея? Идея такая, что Тора, если мы переведем это на русский язык, почему эта книжечка называется Тора? Давайте назовем это мудрость Моисея. Почему называется Тора? Давайте назовем это мудрость Всевышнего. Почему Тора? Тора — это от слова ораа, указание. Это реально инструкция и совет Всевышнего, как правильно жить. Человек, который правильно хочет жить, сегодня это больше и больше и больше раскрывается с помощью науки, с помощью того, что информация доступна каждому. Это все легче и легче понять, что Тора — это не какая-то, как говорится, еще мешок, который нам Всевышний обязывает. Пожалуйста, сделайте мне одолжение. Нет, Тора — это слово ораа, указание в нашу жизнь, как правильно жить. В каждом поколении есть лидер поколения, Всевышний посылает своих пророков, своих мудрецов, Торы. Сейчас еврейский народ и мир находятся перед последним избавлением, перед строением третьего храма. И, естественно, есть какие-то трудности, которые никогда не были у еврейского народа в наше время. Но мы должны понять, что Всевышний дает нам силы сегодня, чтобы мы могли сильно, с радостью, не стесняясь делать то, что Всевышний хочет. Мир уже готов к избавлению. И дай Бог, чтобы это случилось чим скорее. Лехаем, лехаем. Молоді равини охоче відповідали на запитання людей. А на завершення зустрічі вручили кожній сім'ї продовольчий набір з кошерними пригощаннями. Та найголовніше, кажуть люди, це отримані знання та мудрі поради, які допомагають у повсякденному житті. Прежде всего, это рассказы о Торе. И то, как человек, еврей, должен жить. Он должен выполнять заповеди, соблюдать субботу. Обо всем этом рассказывают нам эти ребята молодые. Им большое спасибо, потому что есть евреи, которые знают, но не делают. И это большинство таких. Поэтому они ездят и вкладывают в наши головы то, что нужно делать каждому еврею всю жизнь. Соблюдать заповеди, и тогда Всевышний будет благословен над всеми. Не только над нами, а над всей землей.